Деревянное летнее кафе, ролетный ряд и торговый павильон. Все эти объекты у речки Анапки пошли под снос. Во время очередной проверки муниципальный контроль установил, что размещены они незаконно. Специалисты подготовили пакет документов и передали в суд. Иск администрации удовлетворен. Решением арбитражного суда Красноярского края указанные некапитальные строения были признаны самовольной постройкой. Также суд обязал юридическое лицо осуществить своими силами за свой счет демонтаж указанных объектов. Но даже после решения суда собственники нелегальных торговых объектов не спешат сносить незаконные постройки, оттягивают время. В 2017 году указанное решение суда было приостановлено Анапским городским судом до рассмотрения определенной жалобы. Далее, после истечения срока и отмены приостановки, должник, юридическое лицо, также не исполнил решение суда. Между Управлением Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю и специализированной организацией был заключен договор подряда на осуществление демонтажа. Теперь уже специалисты Управления муниципального контроля и судебные приставы приступили к исполнению решения суда. Только после этого к разбору кафе и торговых точек подключился собственник объектов. Для него это возможность спасти хоть стройматериалы.